Выявить скрытые заболевания сердца станет проще. Об этом заявили айхальские врачи. В поселковую больницу поступил новый аппарат суточного мониторинга сердечно-сосудистой системы. Его для медиков приобрела акционерная компания «Алроса». Продолжит моя коллега из Алмазного края. Около 50% пациентов, госпитализированных в терапевтическое отделение айхальской больницы, страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Точно определить или подтвердить диагноз помогает суточный мониторинг ритма сердца и давления. Аппарат для таких исследований недавно поступил на вооружение медиков. Этот аппарат у нас был приобретен за счет средств айхальского ГОКа. Это была наша спонсорская помощь нашей больнице. Оборудование это стоит в пределах 125 тысяч. Это отечественное оборудование. Подобный аппарат для мониторинга в айхальской больнице уже был, но в единственном экземпляре. Он использовался в условиях поликлиники для амбулаторных больных. Необходимость в дополнительном оборудовании с каждым годом чувствовалась все острее. Это актуальная проблема, то есть в пределах поселка Айхал, в пределах Российской Федерации, в мировых проблемах. То есть эти заболевания стоят по распространенности и по причинам смертности на первом месте. И, конечно, на них надо обращать особое внимание. Заведующий терапией опытный врач Сыргабек Исмаилов назначает обследование не только больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и для диагностики невыявленных возможных патологий. Оборудование предназначено для определения скрытых нарушений работы сердца и системы кровообращения, выявления таких серьезных и коварных заболеваний, как ишемическая болезнь сердца. Обычная кардиограмма далеко не всегда может определить проблему. Пациент отделения Алексей Иванович проходит диагностическое обследование. В течение суток датчики на нем будут снимать и записывать все показания. Небольшие неудобства его не смущают. В этом аппарате чувствую себя хорошо, неудобств таких больших не испытываю. Аппарат считаю, что очень хороший для измерения давления, сердцебиение, частоты сердечных сокращений, производит суточное мониторирование. Деятельность наших врачей мне, в общем-то, по душе и нравится. То, что врачи у нас квалифицированные, работу свою знают, выполняют, я доволен. Все данные суточного мониторинга обрабатываются на специальной программе и анализируются медиками, после чего поставить диагноз и предотвратить развитие болезни врачам будет гораздо проще. Светлана Угрюмова, Денис Хазов, Сергей Маркин, телеканал «Алмазный край».